Всем привет, вы видите и слышите Лёшу Халецкого. Я вышел с очередного фильма. Точнее, нет, с мультика я вышел. Мультик мы смотрели. «Зверополис». Замечательный мультфильм. Лично мне очень понравилось. Знаете, вот классно, когда создается какой-то новый мир. В данном случае мир города, в котором живут одни звери. И так создатели его продумывают, что действительно вот, тебе интересно наблюдать не даже больше не за сюжетом, а что вообще в этом городе происходит, что в этом мире такого необычного и как это сценарием обыгрывается. Хотя и сценарий тоже очень такой неплохой детектив, проблемы в Зверополисе. Всем хочется его Зверополис называть. В общем, хищники дичают. И проблема, в общем, ну, не буду раскрывать все сценарные ходы, не буду спойлерить, потому что держит до конца, собственно, сценарий и понравится не только детям, но и взрослым. Вот мы с женой сходили, хотя много там детей сидело рядом с нами, все там и визжали, и смеялись, и полный зал был. Ну, по сравнению, например, с третьей «Кунг-фу-пандой», это прям пиршество для глаз и классное, классный мультик. Да, вот эта шутка, которая в трейлере была показана про ленивца. Знаете, всегда в таких случаях страшно, что ты идешь на мультик, а все самое прикольное видел в трейлере. Так вот, даже в фильме эту шутку опять в очередной раз посмотреть прикольно, но и весь остальной мультик смешной, и постоянно что-то там есть. Например, звери-нудисты или всякая пародия на мобильные приложения. Ну, не хочется просто конкретно рассказывать, о чем суперзвезда, которую Шакира озвучивала, кстати. Так что, если у вас есть дети, обязательно сходите на этот мультик. Если у вас нету детей, обязательно сходите на этот мультик. Я настоятельно рекомендую «Зверополис» и «Зверополис». Замечательный мультфильм. Так что ходите на этот мультик и вообще смотрите умные мультики. Все, покедах.